В Одессе существует прекрасная традиция. Ежегодно мы поздравляем выпускников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с окончанием школы. И дарим им памятные подарки. 2020 год стал особенным для всех. Из-за пандемии наши дети вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Такая форма образования предполагает больше самодисциплины, больше самостоятельности. А в результате карантина появилось больше свободного времени для самообразования, в том числе с помощью современных технологий. Именно такие принципы приветствуются в высших учебных заведениях. Я уверен, что на первом курсе выпускникам этого года будет легче перейти на новый для них ритм освоения учебного материала. Более того, навыки, приобретенные в период карантина, будут полезны ребятам и в дальнейшей жизни. В этом году мы также решили отступить от привычных поздравлений и в День защиты детей подарить выпускникам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, современные планшеты. Таких выпускников в этом году 51 человек. Подаренные нами гаджеты наверняка пригодятся и в подготовке к внешнему независимому тестированию, и в дальнейшей учебе, и в работе. Мои искренние поздравления с окончанием школы и пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов на дальнейшем жизненном пути.